Сорт томата Корога. Это высокорослый сорт. Высота куста 1,60 м, 1,80 м. Среднего срока созревания. Созревает за 100-110 дней. Это неприхотливый сорт. Вот такие небольшие томаты. Красные, блестящие. Имеют такие небольшие ребра. В кисти завязывается 5-6 плодов. Вкус сбалансированный, кисло-сладкий. Масса одного плода от 80 до 100 грамм. Очень высокая урожайность у этого сорта. Когда я захожу в свой помидорный рай, этот куст бросается в глаза. Куст красный от плодов. Урожайность очень высокая. Куст можно вести в несколько стеблей. Универсального назначения этот томат, как для заготовок, для соусов и цельноплодного консервирования. Сейчас разрежу один томат. Вот такой он внутри, многокамерный, сочный очень. И тонкая кожура у этого томата. Очень урожайный сорт. Всем советую попробовать вырастить их у себя на грядке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.